Дорогие братья и сестры, южноуральцы, приближается Пасха, самый главный христианский праздник, праздник светлого Христова воскресения. Обычно мы к этому празднику готовимся великим постом, а наступление этого праздника ждем. Обычно мы стремимся в эти святые дни побывать в православном храме, чтобы вместе со всеми разделить пасхальную радость о воскресшем Христе Спасителе. Но в этом году мы с вами эти святые дни будем встречать в совершенно необычных условиях. В условиях, когда миру угрожает распространение новой коронавирусной инфекции. В связи со всем этим я прошу вас оставаться в эти дни дома, молиться дома. Молиться мы будем вместе. Священнослужители в наших храмах будут совершать пасхальное богослужение. Для всех же вас будет организовано областным телеканалом, каналом ОТВ, прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Симеоновского кафедрального собора, самого главного храма Челябинской области. Мы давайте в этот день, в пасхальный день, когда Господь по-особому нас слышит, помолимся о том, чтобы инфекция, коронавирусная инфекция, ее распространение прекратилось. Помолимся о том, чтобы Господь дал силы врачам, чтобы Господь помог исцелиться тем, кто заболел, а всем нам дал терпение и понимание того, что ограничительные меры сейчас необходимы. Итак, всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю со святыми днями, с наступающим днем светлого Христова воскресения и призываю, оставшись дома вместе с нами по телетрансляции, совершить молитву. Храни вас всех, Господь, с наступающим праздником!